Здорово, дорогие друзья! С вами Варпач, Серега Болтов и Олег Кофе. И лучшие скилл-тестеры собрались проходить азиатские дырочки в GTA 5 онлайн! Всем привет! Тут слайд, мальчишки, мальчишки и девчонки. Как же я ненавижу эти слайды. Я бы убил, сука, за них и за эти блин, слайды. Блин, а там скорость прям не надо, это прям такая большая. А я микрофон его как держу. Кстати, пацаны. Что, ты прошел, что ли? Ну, тут, типа, для дурачков, как бы, ну, вы же лайфхаки слайда-то знаете, как можно пройти? Под наклоном просто. Просто под наклоном. Ну, нет, что, как нормально надо пройти, я не брал чекпоинт, да, ну, просто, ребят, знаете, да, возьми, лайфхак. Возьми, слайд можно взять так. Все. Но это если вот такой слайд. Если же он будет другой какой-то, вы ж хер его возьмете, потому что там дальше, знаешь, иногда бывает, что надо слайдить без остановки. Слайд мой самый нелюбимый элемент. Нет, нормально все. Все хорошо, все. Не, все хорошо, все нормально, так что не переживайте, ребят, вам приятного аппетита всем, кто смотрит. Спасибо. Подожди. Так, давайте вспомним обычный слайд. Так, мы вот так наклоняемся. Да, сука, да ты что ты на... Я часто застреваю. А что, Серега, я видел, как ты прошел. Чем мы медленно-то? В смысле, что? Я заснял, как ты прошел, ну-ка, понимаешь? Ну-ка, давай. Ты покажи. Прошел направо вот так вот. Ты повернул просто. Серега, кстати, Олег, вроде нормально. Серега, да, вроде серьезно? Нормально прошел там, да. А я видел, что он там это лайфхаками они пользовался. Пизде, пизде. Ну вот ладно, ладно. Сказал, I'm not pizzable. Так что ладно. It's good, very good, yes. Ну, это, блин, не слайд был, камон. Вы видите, что я мог бы взять уже чекпоинт? Я даже пролетел туда, но, типа, я просто под нужным углом немножечко туда залетел. Давайте все-таки замутим настоящий красивый слайд, как задумывал разработчик этой карты. Знаете, я люблю все усложнять. Вот вроде бы проходится а же, заметили, да? Вроде бы проходится. А вот люблю усложнить себе задачу. Просто люблю Сереж. Проходить правильно, потому что прошел. Я перфекционист. Что? Сереж, ты понимаешь, ради тебя мне приходится держать микрофон, чтобы у тебя не шумело. Да, я знаю, Серег, спасибо большое. Пою. Ради меня не держал, так понятно. Пой, Сережка, танцуй. Так, оп. Олежка, ты гоняй. Я догоню. Во, я прошел, вот прям как надо было. Вот сейчас прошел, вот я просто раза три уже прошел. Ой. А тут дырочки у нас слайд, потом сразу дырочка. Ты посмотри, а. Подожди, слишком большой разгон. А можно поменьше разгон, пожалуйста, взять? Как видите, я, кстати, уже переоделся. Я поставил номера варпач. Ну, то есть, прям, чтобы покрасотнее трубу, вообще все было. Пацаны, я лечу, еду по чекпоинтам. Трубу, Серег, сказал 10 раз. Трубу надо. От какую надо? Трубу? Я пока трубу не вижу, но уверен, что... ну там вон стрелочка. Let's go! Так, подожди, ну мы летим. Как неудобно держать уже микрофон, по красоте. Да, Серега, конечно. А подожди, надо сверху в нее приземлиться, что ли? Да. Вижу, да. А если бы у нас Pringles заказала рекламу, это была бы красивая интеграция. Но, к сожалению, Pringles пошел. Ну, после этого это закажут. Ну да, согласен. Но если да что, подожди вы... ты, на куда ты падаешь? Куда ты падаешь? Да никуда не падаешь. Взял. Так. Ясно, ребята. Что-то вы как-то там это очень долго проходите. Так, ребята, вообще. Ну если бы догоняйте, я типа слайд давайте. Сразу прошел, было бы полегче, конечно. Оп, все, идеально. Залетел в эту баночку. Ай, стой. Хорошо, ребят. Ой, ну вот, слушайте, за это вот уже можно лайк поставить. 3 минуты, 8 чекпоинтов из 31 мы уже прошли. Это прям, ну, что-то пока не чувствуется. Но вот это я, наверное, зря говорю. Знаешь, это такое разминочное. Так, разминочное Кирюк, начало. Вот, знаешь, это как на зло сейчас скажешь вот это. Да. И потом мы на одном элементе 5 часов просидим, еще чуть не пройдем. Ну, ты просидишь, а мы там с Серегой будем дальше записывать. Вот так вот. Я думал, ты скажешь, сейчас мы пройдем, а ты просидишь, ну ладно. С таким я согласен. Такое может быть, что типа вы можете пойти записывать, а я просто останусь на этом гребаном чекпоинте. Но пока что все очень легко проходится, пока вообще никаких сложностей не замечается. Я уверен, это до поры до времени. Мы сейчас по-любому дойдем до главного чекпоинта и все. По-любому.
Вау! А еще и приземлюсь. Ах ты, сучка-то такая, а? Вот красиво было бы. Блин, ну, ребята, давайте все возьмем микрофон в руки, и как я будем проходить. Не-не-не-не-не. Он у меня висит, Серег, мне не надо брать его в руки. Он тебе всегда висит. Вот у кого-то стоячий, у кого-то в руках, у кого-то висячий, там, не знаю, по-разному бывает. Значит, кизяцкие дырочки, как бы, ну, нужно соответствовать, понимаешь? Блин, а чё, тут узенькая такая дырочка, точнее не дырочка, а такая платформочка, вот в нее попасть бы было бы прям идеальненько, хорошо. Давайте, пацаны, догоняйте, блин, да что вы чё там как улитки, ё-моё, а? Догонять, а ты чё, куда дальше улетел уже? Так, я сейчас как микрофон положу, ты, то есть ты вообще не ждешь, да? И я чё, понял. Серёга, будет, и чё так, будет, подожди, и чё сейчас, будет? Я тебя догоняю, Олег, я давай, догоняю. Давай, блин, давай, блин, упал, сорвался. Серёга, чё будет, давай, и чё так, будет? Так, 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 погнали. Бумбокс, там будет. Там будет и соседи сверлить сразу, значит, там все будет слышно, ребята. Я не советую, чтобы Серега... Серега, держи руку там, где ты ее держишь, понимаешь? Это самое главное, как бы. Я могу и двумя руками. Так, аккуратненько. А как проходить будешь? Аккуратненько, а вот так вот проходим, история. Вот так вот. У меня, кстати, сегодня, друзья, нет клавиатуры, потому что, в принципе, ну вы и так видите. Я думал, что скажешь сейчас. Ребята, у меня, кстати, сегодня день рождения. Да. Не-не-не-не, просто, ну как бы здесь нету таких прям супер-пупер непонятных элементов, поэтому я решил, что клавиатуру, наверное, стоит не добавлять сюда. Да Кириллу просто лень было. Да, в смысле лень, ее добавить 3 секунды, на самом деле. Понятно, Оп. Ой, да куда? Ну ты серьезно, ну вот так упасть тупо, но это же невозможно. This is mission impossible какая-то. Можно же нормально, сука, вот эти вот перепрыжки бесячие, сука. Вот на нем мотоцикл ведет себя непонятно постоянно. Ну тише давай, едешь, оп. Дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Да, звучит неплохо. Я вот но еду не сюда быстро работает. И далеко уехал. Оп, уже. Так, сюда, Олег, сюда. Ебой. И теперь налево вот так а вот куда так поворачиваем. Куда гладить? А куда? 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 Оп, сюда? Так, сюда, оп. Вот сюда, оп. И сюда вот, оп. И вот этот мы тоже проходим. Оп, пока все легко, без принужден. А вы где вообще, товарищи-то? Почему я падаю на таких тупых элементах? Этот человек проходит слайды. Этот человек проходит глайды. Он проходит гребаные перекладки. Но он падает просто с самой большой и даже не узкой платформы, которой нужно пройти. Как это возможно? Как это, сука, возможно вообще? Как это возможно, ребят? Ребят, давайте ставим кучу лайкусиков и возвращаем клавиатуру. Будет клавиатура вообще на всех скилл-тестах, чтобы вы могли наблюдать, типа какие клавиши. Да, я подключу. А, без клавиатуры а я играю, на мышке да? прохожу. Понятно. То есть у меня левая кнопка мыши газ, правая тормоз, понимаешь? На мышке можно гладить. Ну, можно, но это что? Это, я не знаю, это же, очень это, тяжело. Это очень сложно. Это себя не любить надо, да, чтобы да, на мышке гладить. Да, это ж какой контроль там должен быть-то, а? Так, вот так вот, оп, оп, Let's оп, go. Let's go, все, отлично, это прошел, так, так ну и что, куда дальше, вон туда нам показывают замечательные стрелочки, показывают, что нам туда, мы туда и полетим, не так, перелетел, так, давай, по-хорошему, по-нормальному, как бы, пока что все понятно, все как, куда, зачем и почему, вот сюда, вот так, херандыкс. Так, подожди, я что-то, по-моему, перегладил маленько, да. Перегладил просто потому, что нужно, скорее всего, приземлиться прямо на начало платформы, чтобы успеть взять разгон, и я вижу, что там надо боком ехать. Но по сути своей можно просто до чекпоинта загладить. А тут не только на бате, что ли? Я не знаю, на чем там. Ну тогда вас ждет небольшой сюрприз. Да, сука, ну что такое-то? Ну что ты будешь делать? Такой легкий элемент, он просто приземлится. Че сложного-то, а? Давай. На самом деле, Серега двумя руками все это проходит, ребят, вы не верьте ему. Согласен. Ой, уебываем все. Я сейчас поставлю. Кого ты поставишь? Все. Оп, так. О, все, понятно, Серега, не надо. Акстись. Это грешники так только делают. А что такое? Что случилось? Возьми в руку свою дрочило и езжай дальше. А он большой, одна рука не хватает. Ну, ставь между ног, я не знаю, как-то там. Присядь в нормальную позу, и чтобы он не шумел, главное. Ой, вот это вот какой-то красивый глайд, слушай. Вот здесь какой-то прям такой... Я вижу огромную дырочку. Затем я вижу кругляшок в виде шины, резины. Я не знаю, как еще ее назвать. Так, а вы куда улетели? Я вас даже на карте не вижу, чтобы вы понимали. А вот все, я уже на другую, я уже другую карту прохожу вообще. Да, уже, все, а, все, ты уже все, на другой, да, карте? Ну, да, я понял. Это уже прошел, уже финишировал, я уже на другой перебежил. Я понял. Слушай, ну изи, просто изи. То ли мы щелкаем их как орешки уже, понимаешь, после того, что мы проходили.
Но типа это проходится, я не знаю, ну просто налегке. 14 чекпоинт из 31, 10 минут, считай, прошло. Вообще просто не чувствуется. Просто не чувствуется, понимаете? Так. Оп, блин, я вот сюда, одного не понимаю. Тут как вообще это пройти надо? Херакс. А, ну вот, уже начинается, да, как... Да ж ты какая мразь! Ой, какая, сука, бесячая платформа, а! Какая же, сука! Вот, видите, еще, если под определенным углом на нее приземлиться, она тебя прям отбрасывает. То есть, а если мы чуть-чуть приподнимаем колесо, то нас даже не отбрасывает. Тихо, вот, вот так, херакс. А еще на ней она соскальзывает, то есть... Мотоцикл ведет себя немножечко непонятно. Так, тихо, вот сюда херак. Все, разгон берем. Олег, там где-то колеса. Хорошо, надо, не могу, хорошо. А он не скажу, не расскажу, Сережа, не расскажу. А что там не расскажешь? А подожди, а че, куда? А куда, а че? А, я понял, куда, пацаны, я понял. Я вижу просто, куда там надо. Вот, вот так вот сюда, вот, вот херак, вот так вот и приземлился. Чуть-чуть загладил, вот так, чуть-чуть буквально, да, контроликом, оп, погладил, загладил, сюда хуяндык, направо. Нет, ну вообще, слушайте, ну, это разминка перед чем-то, надеюсь, я не знаю. Это предложение. Я вот в этом, я в этом уверен. Понимаешь, это просто... Это изи. Я там такое подготовил. Так, без меня, без меня. А можно без меня кто-то там что-то тоже подготовит? Знаешь, бывает такое, когда наше место бронируешь, знаешь, там типа вот. Вот там неохота прям бронировать место, пацаны. Надеюсь, в этот день я там, не знаю, там... Я буду заболеть, да? Там, не знаю, что-нибудь типа... Я вам говорю, что унифарный скилл-тест пойдет. На самом деле, азиатский будет. Так, тихо, тихо. Оп! Так, Серег, ты вот эти приколы знаешь, куда? Да, запихай куда поглубже, понимаешь? В вас запихаю. Не надо в нас пихать. В себя запихай. Оп! Слушай, ну вот эти платформочки, ну прям такие классненькие, разноцветненькие, легко проходимые, пипец. Уи! Слушай, Серег, я тебя уж почти догнал. Вот, так что... Или то, что ты я последний, под... это вообще... Это, ну, да это ничего не значит, понимаешь? Вы меня вначале не ждали, я три раза прошел. Я три раза, Сергей, прошел ту начальную, первоначальный Сергей. Спор. Сергей! А куда? А куда мы летим? А я куда? Не знаю, я просто говорю. Подожди, давай нажмем R. Если мы нажимаем на R, то мы понимаем, куда мы летим. А, я вижу чекпоинт! Хе-хе, красный, огромный, как мой член. Ну, как вот, да, обычно азиатские дырочки вот на этом скилл-тесте. Так, ну слушайте, нормально, нормально. Мне нравится, что он проходимый. Это уже хорошо. Это то есть мы не сидим на одном здорово. Элементе. Это мы не сидим на одном согласен, элементе. Бесконечно согласен. Мне нравится, что здесь куча всяких разностей, приятностей. Так, а что? Оу! Здравствуйте, Осирис! Ну, не расскажу ничего. Серьезно? Мы поменяли на азиатских дырочках транспорт? Теперь мы едем на Осирисе? Чего? Я такого не встречал. Это тогда уж какой-то скилл-тест трансформ. О, здравствуйте. Здравствуйте, Олега, здравствуйте. А, подожди, и чё? А, нам нужно... А, все, вот и началось. А вот и началось на 12-й минуте, думайте, да? Думайте, господа, 13-я думайте. Минута. А чё нам думать? Как вот пройти это? А ты прошел? Ну да. Ну да. А кого там прошел? Чекпоинт же не там. Ну я знаю, у меня просто он уже в другой стороне. А, я понял, хорошо. Без проблем, понимаешь, тут ничего сложного абсолютно нету. Вот так вот мы берем этот чекпоинт, затем мы возрождаемся, едем сразу к следующему. Эй, а можно нормально, нормально можно? Вот так вот, да, хорошо, спасибо. Уи! Let's go! Так, потом сюда, 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 погнали, погнали, погнали. Так, подожди, а что здесь? Тут куда-то поверху, что ли? О-о-о, а что так заносит-то этот Осирис? Господи, боже мой, а? Носик чешется. Носик чешется. Опа, ребята, а финиш у кого появился? Да у кого там финиш появился? У кого это финиш появился? А я не знаю, у кого там финиш появился. Я не понял, мы что, на скорость проходим, что ли? Я не понял. Ебой, на соревнования, конечно. Какого? Ты же сам сказал, пятерик, кто первый проходит. Мы уже на пятерик играем, да? Конечно, да. Тогда ты близко к финишу, мы играем на пятерик, да? Естественно, а как еще же? А как по-другому-то? Ой, тормози! Хе-хе, дратуйте. Здорово, нет, уйди, 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 не надо, Серега, Серега, не надо, ёб твою, Серега, пошел в задницу, не надо вот этой вот грязи тут, вот этого всего, нормально все, вот так вот заезжаем, платформочка, на ней платформа, слушайте, пройти азиатские дырочки за 14 минут, это как,
Это как вообще называется? Дамы и господа, это называется вот так. Ты что, охренел что ли? А, подожди, здесь нет чекпоинта. Let's go, пятерок заработал. Да ничего ты заработал, куда ты там заработал? Ничего ты не заработал. Сейчас комнату зайду. Нет, не надо. Никаких пятериков, Олег. Так, а вы что, вы догадались, что там надо сделать? Подожди, а куда? А подожди. Я могу подсказать. Подожди, а что если вот так вот, не? Оп. Подожди, нет, бред. Подожди, ладно, подожди, я сам найду. А, показана стрелочка, что нам туда. Стрелочка. Подожди, а ты уже с той стороны вниз спускался, да? Подожди, да, я уже спустился, подожди. Там показано, что просто надо назад вернуться. Что, серьезно? А назад ты так не вернешься, не. Даже так, я понял, подожди. Ну, сейчас найдем, понимаешь. И Москва не сразу строилась. Сейчас все быстренько разрулим, перерулим. Пока непонятно. Так, секундочку. Да Серега пошел в задницу. Серега, тебе подсказать? Серега, могу тебе подсказать? Нет, не надо ему подсказывать. Я ж не тебе, а Сереге. Так, и Сереге не надо, что, пускай что думает. Пошли, Серега, в комнату ниже спустимся, с этим спикером. Куда ты там спустишься? Куда ты там спустишься? Да куда? Подожди, ну 100% так, не? Подожди, Серег. Просто с подъемом, нет? Подъем с под выпердом. Оп. Ай, нет, да сука, а как? А куда? Куда он сейчас поедет, а? Посмотрите. Привет. Спустились в комнату. Спустились, а? Значит, в комнату, да? А теперь Сережа все знает. И что он знает? А все Сережа знает. А что он знает? А, кто серьезно, знает. Туда протиснуться можно? Да. А у меня не получалось туда протиснуться. Я типа пробовал, Серега, пошел нафиг. Пользуется моментом, что я одной рукой. Подожди. Туда не протискивается, ты серьезно? Подожди. Это на чем ты должен туда протиснуться? Это же бред, не? Нормально, ты Серега Кирилла затроллил сейчас. Да. А. Да. И чё? Получилось? Ах ты, сука, какого хера? Я 3 раза попробовал, у меня не получилось! Что за троллинг? Ты только не финишируй там на всех. Что за троллинг? Не, пусть он последний будет. Кого? Пошел в задницу! Что за троллинг? Суки какие! Кибербуллинг пошел! Кибербуллинг, реально! Реально кибербуллинг! О, хорошо. Вот просто нужно было повыше. Согласитесь, какой-то супер непонятный странник. Сначала, когда я Серегу забрал, я ему ничего не рассказывал вообще. А, ничего. Да? Вот, то есть да. Он сам догадался? Я сначала в дырочку полез, там нельзя было. Оп, потом я обошел. Оп. Так, кто-то догоняет Сергея, кто-то догоняет его. Кто-то догонит и сейчас даст люлей. Догонит! Слушайте, ну мне нравится, что это такой, знаете, скилл-тест, который ты вот зашел, ты просто зашел чисто и почилил, ты его чисто прошел. Покайфовал, ты реально чисто покайфовал, без клавиатурки, без всего. Ребят, все равно, в любом случае, прямо сейчас мы направляемся к финишу. Я так понимаю, он находится внутри этой трубы огромной, просто красивой. Давай, не сказал бы, что она сильно симпатичная, не но в любом финиш. Случае... А где он? Где? Что ты меня обманываешь? Бабах! Ах ты, сука, ты еще и финишировал, да? А если бы я не долетел? Какой же ты ненормальный. Спасибо, пацаны, за 3-е место. Спасибо, респект, уважуха. И, конечно же, там чкау, вот это вот все. Кирюха, тебе спасибо за 5-е, реально. Ну, заходи, Олег, у меня на тумбочке лежит. Ты уже как бы брал, ты уже знаешь, где доставать деньги. Заходишь, и на тумбочке лежит. Друзья, если придете ко мне домой, на тумбочке денег уже не будет. С вами были Варпач, Кофе, Сережа Болтов. Вот такой вот скилл-тестик проходимый, знаете, мы прошли. Не забывайте ставить лайки, подписываться на все наши канальчики. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.